Всем привет! Сегодня мы приехали на термальный источник «Водная ривьера». Привезли внуков покупаться. Сейчас снимем домик. Мы домик уже заранее забронировали на сутки. И будем купаться. Рядом горы. Красота. Сняли мы коттедж. Сейчас вам покажу. Внуки приехали с Магнитогорска отдохнуть к нам. Оля моя ездила в Магнитогорск, привезла их. За этим домиком наша машина. Индивидуальная стояночка там. Вот такой вот коттедж. Воздух очень чистый здесь. Сейчас покажу внутри. Мангальная зона здесь. Вечерком будем жарить шашлычки. Ну, вроде более сосиски или сардельки им взяла. Они любят их. Вот цветочки такие уже здесь. Розы. Вот такой вот домик. Беседка такая. Очень хорошо здесь, просторно, прохладненько. Вот первая комната. Такой вот диванчик здесь. Диванчик, холодильник. Микроволновая печь, чайник, туалет с душем здесь. Вот это. Так, здесь все чистенько, хорошо. И две комнаты. Так вот еще шкафчик здесь для одежды. Такая комнатка. Здесь у нас будут внуки. Здесь три кроватки. Вот такие три кроватки. Ну, хорошая комната, просторная. Внуки уже убежали в бассейне. И вот это такая комнатка. Кровать двуспальная. Здесь мы будем с Олей. Чистенько, все хорошо. Здесь можно заказать даже сауну. Вот ее в окно видно. Сауна стоит, банька такая. Можно заказать, протопят. Ну, здесь термальная вода в бассейнах. Итак, там даже до 40 градусов есть в одном температура. Ну все, смотрите дальше. Сейчас я вам покажу термальные источники «Водная ривьера» вечером. Я ни разу не показывал, как здесь подсвечиваются бассейны, горят как пальмы. Какая красивая территория.
вечером мы жарим шашлычки на водной реке. Это вот Артемина, это моя, это Дина, это Дедова. Сушим белье после купания. Сейчас будем ужинать. Сосисочки, это сарделечки. Да, Настя? Да, смотрите, вот Артем не съедил за свои сардельки. И смотрите, что с ним случилось. Да. Подгорело. Артем... Они стали негритянами. Да, африканские сардельки. Артем жалуется, что вы не съедили за свои сардельки. Скоро будем кушать. На улице уже 11 часов. Второй день пребывания на источниках водной ривьеры. Время 9 час. Сами источники работают и бассейны с 9 часов. Очень хороший воздух здесь, свежий. Рядом проходит Кавказский хребет. Вдалеке горы. Не знаю, передает камера, нет. Вон они проходят. Кто живет в домиках, уже купается. А кто по времени будет приезжать, те с 9 часов. Ну все, сейчас я поехал, пошел в домик. Позавтракаю, разбужу внуков и будем купаться. Сегодня у нас до часу дня. Час мы будем выезжать. Вот это бассейн самый беспрохладный, с прохладной водой. 18 градусов. Настя, внучка наша, с самым маленьким внуком купались. И не раз. И потом бегут вот в тот дальний бассейн. Там он 39 градусов температура. Красота. Утро. Поют птички. Такие вот елочки здесь. Вот вдалеке наш домик. Машины стоят наши. Две машины с Ростовской области, потом какой-то 82-й регион. И мы сейчас местные, с Краснодарскими. Ну все. Иду к домику будить внуков. Хватит спать. Они приехали отдыхать, купаться, а не спать. Вот такие вот розы здесь плетистые. Красота. Сейчас еще покажу, здесь растет за домиком клубника. Это внук увидал, я не видел. Вот она, клубничка. Красный уже.